Добрый вечер всем. Сегодня мы с вами обсудим такую очень важную тему, как ценность клиента и вообще, чем она может помочь бизнесу. Меня зовут Екатерина, я уже более 10 лет занимаюсь маркетингом в различных отраслях, есть опыт, практика. Работала как в услугах, так и в классическом товарном маркетинге. Ну и, соответственно, сейчас занимаюсь услугами, потому что мне это направление больше всего нравится. И как раз-таки, на мой взгляд, компаниям, которые работают услугами, этот показатель может быть наиболее интересен. Но, тем не менее, разберем по порядку. У меня к вам небольшая просьба. У нас будет практикум совсем небольшой, буквально там на 2 минуточки. Поэтому, по возможности, найдите калькулятор, ну, например, в телефоне, и возьмите листочек с ручкой, чтобы попрактиковаться немножечко. Первое. У нас есть с вами какие-то клиенты, да, у нашего бизнеса. Мы работаем, это не важно даже какой бизнес, маленький, большой, крупный, услуги, либо вы блогер, который читает какие-то, рассказывает какую-то историю, может быть, читает какие-то лекции, да, и предлагает своим знания, продает. Во взаимодействии с нашим клиентом у нас всегда будет какой-то путь. Ну, достаточно стандартный путь, он идет таким образом. Для начала мы знакомимся с клиентом, и клиент знакомится с нами. Он изучает наш товар, он изучает нашу компанию, он изучает нас и оценивает, насколько мы ему интересны. Он переходит на следующий этап, это этап рассмотрения. Если его все устраило, если его устроил продукт и товары, его устроила цена, его устроили там какие-то дополнительные услуги, он переходит в покупки. И после того, как он купил свой товар, он начинает им пользоваться, ну, или владеть, да, там, в зависимости от того, о чем. И вот здесь, ну, то есть, как бы это такой достаточно классический путь, который проходит каждый клиент, и что вот после него происходит, да, всегда достаточно интересно. Человек получает свой опыт, какие-то знания, он, скажем так, либо подтверждает то, что вы ему обещали в самом начале, да, либо понимает, что нет, этот товар не соответствует его ожиданиям, и, как правило, в этот момент он уходит от нас, если его ожидания не совпали с теми обещаниями, которые вы ему вложили, потому что клиент, как правило, то есть те ожидания, которые возникают у клиента, мы формируем в нашей рекламе. Дальше, если может быть второй сценарий, когда клиента все удовлетворило, все замечательно, и он может прийти и купить этот товар еще раз у нас. И вот здесь очень интересный момент. Вообще, как бы задача маркетолога и задача маркетинга в том, чтобы, привлекая одного клиента, продолжать с ним выстраивать взаимоотношения достаточно долго, сколько это возможно. Понятно, что есть специфика какого-то, ну, каких-то бизнесов, да, например, компания Coca-Cola, она вот в классическом понимание этого слова, не выстраивает взаимоотношения с клиентом, но, тем не менее, она пытается это делать, потому что эта покупка импульсивна. А если мы говорим, например, о парикмахерской, да, или там спортивном комплексе, или еще какой-то компании, которая занимается услугами, то, как правило, повторные покупки происходят с какой-то периодичностью. Соответственно, после того, как компания, точнее клиент взаимодействует с компанией, возможно несколько путей развития, ну, на самом деле даже не несколько, их огромное количество, но мы рано или поздно придем к двум, скажем так, исходом. Первое, если клиент с нами взаимодействует какой-то период времени, он может естественно от нас уйти. Ну, например, мы парикмахерская возле дома, и клиент просто переехал, он не будет ездить там на другой конец Москвы для того, чтобы подстричься. Он, скорее всего, найдет другой место. И есть такое понятие, как предотвратимый уход, это тогда, когда клиент уходит по каким-то причинам, потому что, например, наши конкуренты делают лучше. Или его там по каким-то причинам перестала удовлетворять услуга, или мы не меняемся вместе с рынком, ну и так далее, и так далее. И здесь включается второе направление маркетинга, которое достаточно часто забывают, скажем так, делать на нем акцент, это программы, направленные на удержание клиента. И если там вы работаете, и все у нас хорошо, то, в принципе, клиент может достаточно долго быть с вами. К чему я все это рассказывала? Отсюда у нас существует два таких понимания. Мы с вами маркетологи, да, или владельцы бизнеса, и мы понимаем, что вот здорово, я сейчас выпустил какой-то продукт, я там спланировал какую-то рекламную кампанию, я ее запустил, я привел клиентов. Ой, как здорово! И большинство
бизнесов и маркетологов, ну, исторически так сложилось, нацелены на то, чтобы оценивать стоимость привлечения клиента. То есть для нас здесь будет важно, сколько я потратил на то, чтобы привлечь клиента, и сколько этот клиент мне принес, да, в каком-то краткосрочном периоде. И здесь отсюда появляется такая достаточно классическая показатель, он, ну, в оригинале он называется как CAC, или стоимость привлечения клиента. Это сумма, которую мы платим для того, чтобы привлечь нового клиента. Формула расчета выглядит вот таким вот образом, где стоимость привлечения клиента равна разнице между суммарной стоимостью маркетинговых затрат, которые мы направляем на привлечение клиента. Обратите внимание, не на удержание, а на привлечение клиента. И деленное на суммарное количество новых клиентов. Вот первое, с чем, как правило, может столкнуться маркетолог, вот именно при расчете вот такой формулы, с тем, что понятие маркетинговых затрат, на самом деле, у каждой компании, у многих компаний, оно настолько различное, что непонятно, что считать. Я рекомендую, когда вы оцениваете вообще стоимость привлечения, когда вы оцениваете там эффективность своих маркетинговых кампаний, я бы вам вообще рекомендовала бы считать все затраты на маркетинг, которые существуют, причем это не только прямые какие-то каналы, да, которые вы используете, но и в том числе это зарплата маркетолога, это какие-то дополнительные исследования, если вы оплачивали, это какие-то консультации, аналитика и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле затраты необходимо учитывать все, потому что, по сути, они на то, чтобы грамотно там продвигать свой товар. Но здесь... Какая есть тонкость? Вот там, если мы вернемся к Coca-Cola, да, считать Coca-Cola вот таким образом затраты, да, какие-то объемы продаж, можно. Но как посчитать, например, скажем так, нужно ли считать компаниям, которые продают услуги именно по такой формуле, и что это даст? То есть, по сути, мы будем только знать, сколько мы потратили на привлечение клиента, и все. А нужно понимать, что клиент, он пришел, но неизвестно, задержался ли он или не задержался. И здесь нужно понимать, какую прибыль мы от него, скажем так, получаем, да, сколько он приносит нам денег в период взаимодействия с нами. И здесь как раз-таки нам в большей степени поможет такой показатель, как LTV, да, или CLV, кто-то CLV его называет, ну, неважно, ну, будем считать, что мы сейчас ориентируемся на показатель LTV. Это показатель, который говорит нам о том, сколько клиент принес нам денег за все время взаимодействия с нами. И здесь, что важно, что привлечь клиента мы можем, но мы крайне редко, когда оцениваем, сколько же клиент принесет нам в периоде в каком-то. Может быть, первая покупка его пробная была не такая большая, да, и этот, ну, скажем так, показатель предыдущий может быть у вас нерелевантным. Но при этом клиент вернется еще раз, еще раз, еще раз и еще раз, и его покупки могут быть значительно большими с точки зрения прибыли для компании. И вот тут, вот, знаете, это скорее про таких постоянных клиентов и про лояльность. Зачем нам этот показатель нужен? Во-первых, он, основная его задача – показать нам то, сколько мы можем в реальности тратить на привлечение клиента и на удержание этого клиента. И чтобы нам его посчитать, нам необходимо, могут понадобиться такие данные. Причем я хочу обратить ваше внимание, что вот формула, которую мы будем использовать, да, она должна подстраиваться под специфику бизнеса, да, потому что сервисные услуги, например, автосервисы могут считаться по одному. Если это продажа абонемента в фитнес-клубе, это совсем будут другие показатели. Ну, то есть мы учитываем нашу специфику бизнеса, в котором мы работаем. Значит, что, как правило, нам понадобится для расчета этого показателя? Первое – это средний чек на одного покупателя. Ну, в большинстве компаний с этим вообще не возникает никаких проблем. Как бы он понятен и всегда достаточно легко рассчитан. Второй момент – это среднее количество покупок на клиента за период. И здесь под периодом мы, как правило, берем год.
либо период взаимодействия с клиентом, да, потому что цикл взаимодействия у всех разный. А второе, нам необходимо понимать прибыль на одного клиента, и здесь, опять-таки, можно брать усредненную по всей компании, а можно брать по категориям клиентов, потому что если у вас огромная база, эти клиенты будут на самом деле сегментированы в вашей базе по тому, сколько прибыли они приносят. И вы наверняка слышали, да, такую фразу, что 20% клиентов приносят мне 80% прибыли. И вот это как раз-таки про расчет показателей LTV позволяет вам сегментировать этих клиентов и понять, сколько же они вам в реальности и какие это клиенты, то есть сколько денег они вам приносят. Еще один момент – это количество новых покупателей за период времени. Опять-таки, это может быть год, ну, то есть выбирайте тот период времени, который вам интересен. Отток покупателей за период. Также нам необходимо учитывать, сколько клиентов у нас уходит. Проценты скидок по клиентским группам тоже учитываются, потому что при расчете прибыли нам необходимо знать, сколько, как мы дисконтируем клиентов, вообще как мы с ними взаимодействуем, то есть фактическую прибыль. Да? И коэффициент удержания клиента скажем так, коэффициент лояльности к продукту, лояльности к бренду. То есть это тогда клиент возвращается к бренду после, скажем так, использования. Ну, например, вы покупаете стиральную машинку Bosch, ну, там условно. Какова вероятность того, что после того, как у вас эта машинка сломается, да, или она морально устареет, вы вернетесь к этому же бренду? Вот мы говорим об этом показателе, да, об этом коэффициенте. Это очень важно, в особенности для продуктов, скажем так, товаров долгого пользования, тогда, когда мы используем что-то более там, месяца, двух, трех и так далее. И мы получаем эти данные, да, там, возможно, у вас есть какая-то система, там, CRM, которая позволяет вам эти данные брать. Можно использовать какие-то данные аналитические, если вы не знаете каких-то усредненных показателей по вашему продукту или по вашему рынку. Ну, то есть они существуют, там каких-то особых проблем с получением, как правило, не возникает. И, зная эти коэффициенты, мы можем перейти к следующему этапу, как раз-таки поработать с, ну, уже непосредственно расчетом этого показателя. Существует самая простая формула показателя LTV, которая звучит так. LTV, да, или пожизненная ценность клиента равна доходу за период, деленное на количество клиентов за этот же период. То есть все достаточно как бы просто. Но она не будет показательна, когда мы будем говорить, например, о каком-то конкретном сегменте или продукции или каком-то направлении, которое мы хотим оценить. Если компания занимается только одним, да, можно пробовать использовать эту формулу, да, смотреть, что получается и насколько она отвечает на ваши запросы. А если у вас в компании, например, несколько направлений, то это уже как бы формула нам не очень подходит, поэтому я предлагаю использовать другую формулу. Она считается более универсальной, где вы можете... Выглядеть она будет следующим образом. То есть у нас есть показатель LTV. Он равен среднему чеку, который умножается на частоту покупок, умножается на прибыль и умножается на жизненный цикл клиента. Но, как я сказала, средний чек вы можете брать спокойно из базы. Частота покупок зависит от продукта. Вы должны очень четко понимать, вообще работая со своей целевой аудиторией, вы должны очень четко понимать, как покупает ваш продукт, какой процесс, как часто им пользуются. Возможно, это разовая какая-то покупка. Если это разовая покупка, то, ну, естественно, мы понимаем, что этот показатель не про нас. Соответственно, мы очень четко должны оценивать прибыли по каждой группе или по каждому направлению. Мы должны очень четко понимать, сколько денег мы получаем в итоге. И сам период, жизненный цикл клиента, он тоже может быть абсолютно разным. У кого-то это будет, ну, например, несколько месяцев, да, а у кого-то это будет несколько лет. И я, готовясь к этому семинару, решил вам привести в качестве примера для сервисных услуг автомобильного бизнеса. Очень интересно тем, что после того, как машину покупают, ну и в свое время проводила аналитику, да, и делали мы, скажем так,
прогноз по тому, сколько реально клиент нам может приносить денег. И к чему мы пришли к выводу? То есть, ну вот, например, у нас есть показатель LTV для сервисного центра Рено. Мы знаем, что средний период владения автомобилем Рено – это 3,8 года у среднестатистического владельца. За этот период времени автовладелец приезжает в сервисный центр даже реже, чем раз в год. Да, то есть у нас этот показатель был 0,7. Прибыль, то есть сколько мы получаем с его, скажем так, оплаченных чеков, всего 8%. Ну и средний чек – это 7295 рублей. Вот зная эти цифры, мы с вами можем рассчитать, а сколько же в реальности за эти 4 года принесет мне клиент. И нехитрыми расчетами мы получаем всего 1552 рубля. И у меня к вам вопрос, а нужно ли работать с таким клиентом и реально ли нужно тратить деньги на его привлечение и удержание, если, скажем так, прибыль от этого клиента достаточно низкая? Здесь может быть два ответа. Ну, при таком показателе, да, я бы сказала, что нет, не нужно, мы вообще давайте не будем на них обращать внимание. Но с другой стороны, это дает нам информацию о том, что либо нам необходимо сокращать наши затраты на привлечение этих клиентов и сокращать затраты, я имею в виду в сервисный центр, да, и сокращать затраты на рекламу. Да, то есть мы будем понимать, что вот сколько мы в реальности можем использовать. Либо мы должны увеличивать частоту контакта, повышать лояльность к сервисному. То есть мы для себя в реальности понимаем, что у нас может быть несколько сценариев развития событий. Поэтому мы будем сидеть, и по сути этот показатель просто нам помогает принять некое управленческое решение. Теперь хочу вас попросить посчитать, прям буквально 5 минуточек, я думаю, что вы вообще вполне с этим справитесь, посчитать самостоятельно, какое из этих направлений для нас будет наиболее интересным с точки зрения развития и удержания клиента. Давайте прям 5 минут посчитайте. Считайте, у нас классно сложно, но ладно, окей, не буду вас мучить. Давайте так. Вот у нас, у вас должны были получиться вот такие вот показатели. И что над их удержанием, потому что они реально приносят нам много денег. С вами вырисовывается такая тройка, с которой мы можем работать. И если вы, например, маркетолог в дилерском центре, которому необходимо понять, как распределить бюджет или как распределить ресурсы, показатель LTV вам на самом деле. Поэтому я бы рекомендовала даже в качестве... Попробуйте его рассчитать. Клиент. Зачем его вообще считать, да, то есть достаточно дофига, но мне. Значит, первое, мы сможем оценивать затраты на маркетинг, рекламу с учетом долгосрочных взаимоотношений с клиентом. То есть мы не только посчитали, сколько мы на него потратили для того, чтобы привлечь, но мы учитываем, сколько этот клиент принесет нам за период времени. То есть, скажем так, если у вас, допустим, да, в разных отраслях на привлечение клиента могут давать какой-то процент от оборота. Да, вам могут прийти и сказать, вот вам 2% от оборота на то, чтобы там, я не знаю, продать столько-то вот там, что бы то ни было. И, в принципе, зная, сколько клиент приносит, мы эту цифру на самом деле можем увеличивать. Да? То есть, скажем так, чем выше человек нам, чем больше денег человек нам приносит за период времени, тем больше денег мы можем вкладывать в рекламу. И здесь на самом деле еще будет важно, скажем так, распределить этих клиентов по прибыльности, потому что, ну, есть у вас база. Вы посмотрели, сколько, какие клиенты вам приносят. И, знаете, это хорошее такое подспорье для того, чтобы изучать этих клиентов. Почему они выбрали вас? Какие они? Почему они продолжают денег тратить? Почему они тратят именно столько? То есть, на самом деле, вы можете, используя этот показатель, выявить у себя клиентов, которые приносят вам больше денег. И акцентировать внимание именно на них. Также вы можете анализировать и узнавать, какие каналы вам приносят этих лучших клиентов, потому что, ну, там, все прекрасно знают про
тренд сквозной аналитики сейчас везде и во всем, и вы можете знать, какие каналы приносят вам таких клиентов и акцентировать внимание на них. Ну и, конечно, это позволит вам грамотно и правильно распределить маркетинговый бюджет, либо на привлечение, акцентироваться на привлечении новых клиентов, да, если мы понимаем, что жизненный цикл у них достаточно небольшой, они не выходят на повторную или третью покупку, и, может быть, нужно акцентироваться на, скажем так, формирование первичного трафика. Либо вы будете видеть, что первичный трафик не так быстро прирастает, но при этом отток достаточно большой, хотя услугой может быть достаточно длительный период времени. И тогда мы будем смотреть, как мы можем работать с этими клиентами, что мы можем делать, что в дальнейшем будет, да, и какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы дальше работать с нашими клиентами, с лучшими клиентами, с теми, кто приносит нам большую прибыль. Ну и в завершение я хотела бы сказать, что если вы хотите научиться еще большим инструментам, узнать о том, как можно оценивать клиентов, как можно с ними работать, какие есть оценки эффективности, как разрабатывать стратегии в отношении тех или иных групп клиентов, то приглашаю вас на свой курс, он начнется уже 17 января, мы там будем обсуждать и вопросы стратегии, и вопросы тактики, и вопросы аналитики, откуда мы берем какую информацию, как мы с ней работаем, ну и также рассмотрим все тактические инструменты, которые позволят нам достигать наших целей. Мы на практике изучим и попробуем все инструменты, о которых пойдет речь в курсе. И как итог, для большинства это четкий план, куда двигаться дальше, что делать с тем, что сейчас есть. Если у вас есть какая-то идея, которую вы долго не можете реализовать, или у вас на работе есть какие-то вопросы, с которыми вы не можете справиться, или не можете понять, что делать дальше. До свидания.